Сосногорск скорбит. Здесь на 97-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Леонид Толубенский. В ряды вооруженных сил он был призван в январе 43-го года. В годы Великой Отечественной служил в действующей армии воздушно-десантных войсках. Десантировался один раз. Это когда 1-я, 3-я, 11-я бригады выбрасывали на Днепре. Это было где-то, наверное, октябрь, сентябрь 43-го года. Потом попал в госпиталь, попал в другую бригаду, и так было бы это самое. В Белоруссии, на Украине, в Венгрии, в Австрии. Леонид Толубенский был награжден орденом Славы Третьей степени, орденом Великой Отечественной войны Первой степени, медалью «За победу над Германией». День Победы Леонид Иванович встретил в госпитале. После этого оттуда, из госпиталя, уже выписали, снова пришел в свою часть, в свою роту. Ну, в роте из 120 человек 30 осталось. В общем, война есть война. После войны Леонид Толубенский продолжил службу в рядах советской армии. Участвовал в формировании Каунасской дивизии ВДВ. В мае 1950 года уволился в запас и вернулся на родину в Котлас. Работал в управлении Печорской железной дороги. В 1959 году переехал с семьей в Сосногорск. Здесь он устроился работать на железную дорогу, за что в 90-м году ему было присвоено звание «Почетный железнодорожник». Находясь на заслуженном отдыхе, вел активную общественную деятельность, принимал участие в работе Сосногорского совета ветеранов, много встречался с молодежью.